Испанец из сей, говорит он Холла. Всем привет. Не спрашивайте, чего у меня с голосом, я немножечко приболела, так что все нормально. И сегодня хочу сделать реакцию на мои старые аккаунты на Ютубе, на которых я снимала полную дичь. От анимаций до бумажных сюрпризов. Господи, это было 2 или 3 назад. Если вам понравится такой формат, то могу сделать вторую часть. Кстати, я решила использовать старые модельки, потому что у меня сейчас нету времени нарисовать новые, потому что я вся в долгах. Еще надо видео сделать. Кошмар, короче. Что ж, давайте приступим. Блин, мне так нравится то, что я понапихала туда разных эффектов, которые вообще не подходят друг к другу, и еще чужие арты взяла. Чтоб вы понимали, это интро, которое длится 40 секунд. Ой, а это я обвела чужую работу и говорила, что это нарисовала я. Какой кошмар. А еще мне так нравится этот радужный текст. Не, ну а что вы от меня хотели? Это было 3 года назад. Ладно, с этим аккаунтом все понятно. Там почти все видео такие. Одно интро длится больше, чем само видео. Нормально. Так что давайте приступим к следующему. Небольшое пояснение. За моей одноклассницей бегал чел из параллели и пытался ее поцеловать. А вот этот визжащий, верещащий, орущий ребенок на заднем плане — это я, которая орет все время: «Пати, какое кино, смотрите!» Вот это кричала я, и мне очень стыдно за это. Господи, мой смех просто прекрасен. Я там усыкалась от смеха, и я не знаю, у меня там истерический прям крик, не знаю, для чего я выложила это на Ютуб. Вот это кино, это никогда нельзя пропускать. Пацан, иди к своей судьбе. Пацан, иди к своей судьбе, это прям вообще отличная фраза, мне нравится. Кстати, я некоторые моменты вырезаю, потому что очень хорошо видно лица людей, и я не хочу их показывать. Вроде дальше там ничего такого интересного нету, только как моя подруга флексила, но ничего. Дальше идет у нас клип моего кота и собаки. Я очень сяралась. Поддержите меня лайком. Не, ну я тоже очень сяраюсь. Братик в тусу залетел, захотел красивых тел. Очень жарко, но не тесно. Девочки танцуют техно, долбят экстази басы, щекотят девчат усы, поле боя под губ. Там, кстати, тапок на заднем плане лежит. Любовь, ты попала прямо в кровь. Ты же опасный героин, мало-мало половин. Трогай-трогай механизм, наши чувства без границ. Я ребенок, ты игрушка, я ведро, ты деревушка. Ты рассада, я... Петрушка, ты вьетнамец, я ловушка, я морщины, ты старушка, я слова, а ты болтушка. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Моя бэйби турбо пушка.
Ну, дальше там вроде ничего интересного нету. Я хочу сделать вторую часть, но там есть одно видео, на котором мы с Нольди на Новый год снимали видео, и там есть и мое лицо, и лицо Нольди. Если она разрешит выложить это видео, то тогда я его выложу. Этому видео, наверное, года два. Вообще, на самом деле, у меня достаточно много аккаунтов, и на каждом там всего по пару видео. У меня есть разные аккаунты и с какими-то определенными играми, с анимациями, и просто какие-то непонятные видео. И я хочу это все вставить в следующем видео, потому что тут получилось не так уж и интересно. И я вспомнила то, что я помню один раз с подругой мы снимали «Беременна в 16». Это такой кошмар. Я потом удалила это видео, но все равно стыдно. Но на этом пока будет все. Всем спасибо за просмотр и всем спасибо за 60 подписчиков у меня на канале. Всем пока!